Пожар случился в четверг днем в школе номер 33 на улице Сахалинской во Владивостоке. Сообщение в МЧС о нем поступило в 13 часов и 1 минуту. В здании сработала пожарная сигнализация. Через 7 минут расчеты прибыли на место. Ученики и сотрудники школы были оперативно эвакуированы. Ребят разместили в детском саду неподалеку. Наблюдалось сильное задымление в подвале. Там горел хозяйственный хлам. Учебные помещения при этом не пострадали. В тушении пожара было задействовано 46 человек и 9 единиц техники. В 13:50 открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Всего было эвакуировано 315 человек, из них 285 детей. 30 детишек были размещены в ближайшем расположенном детском садике. Остальные дети направлены к местам проживания. Занятия, естественно, были отменены.